Привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Craft the World с Сергеем. И сегодня мы опять... Привет! Привет, Сергей! Начнем. Привет! Сыграем в другом биоме совместно. Так же самое его выпилим, как это мы в предыдущей серии делали. Так что... Ну да, нормально вынесли ресурсов. Ну, не только на халяву ресурсы, там они не всегда на халяву даются. Там могли мы больше вынести ресурсов, если бы я не добил последнее здание этих гоблинов. И мы могли бы еще больше там наковырять. Ага, вот это я виноват, значит, да? Ну, понятно. Не, я просто сам не знал. Это я тебя попросил, конечно, я не думал, что это так получится. Не, а я просто даже и не знал. Поэтому я это... Если бы я знал, я бы, соответственно, тоже не стал бы бить, лучше бы ресурсов набили. Так, ну чё, давай, приглашай. Приглашаю. Там. Приглашение отправил. Это второй биом. Ну, у нас еще два биома останется после этого, в которых мы совместно сыграем. Чё-то мне не пришло приглашение пока. Сейчас придет, потому что отправил. А, понял. Я уже, блин, сейчас вот смотрю на дом, что я построил, смотрю. Я посмотрю, что мне дом обязательно. И вот. В записи выкладывай свои дома вот там. Да, я завтра выложу. Потому что мне тоже интересно, что ты... Я же должен в комментариях что-то написать. Да, конечно, да. Кстати, твоих комментариев не видно. Я сделаю комментарии. Да, хоть что-нибудь, хоть смайлик поставь. Да, сделаем комментарий. Так, я сейчас просто... Так, вот это нужно мне сделать. Так, приглашение отправлено. Почему до сих пор друг не ответил на приглашение? А, так, подожди, у меня ничего нет вообще. Повторно. Это можно повторно сделать. Делаем так. Еще разок. Пригласить друга. Совместная игра. Второй мир. Пригласить. Еще раз делал. О, вот сейчас пришло. Так. Ну вот. Замечательно. Shift Tab. Присоединиться. Ну ты ж правила помнишь. Цель. Да. Какая цель? Так, цель убить всех. Нет. Цель. Побольше ресурсов. Победить оппонента. А, ты сейчас у нас ПВПшка? Нет, мы совместно играем. А, ну совместно, понял. Это ж как тебе сказать, что... А, я понял, что быстрее там, ну, ресурсов набрать и всякой фигни там, да, я понял. Больше достижений, больше всего, но у меня тут как-то интересный мир сгенерировался, я тебе скажу. У тебя, наверное, тоже, надеюсь. Нет, у тебя нормально сгенерировалось. А посмотри, как у меня. Сейчас так, а ты? А, вот это... да у меня, кстати, тоже так же примерно. У меня пес вот просто. Дырки такие, да, я тоже, кстати, смотрю. Мне ужас просто, вот это я говорю, где преимущество. Вот сейчас мне придется придумывать, как строить хату, потому что стандартным способом тут никак не прокатит. Тут вообще интересно. Да, тут будет интересно. Так, создать. Так, самое главное, кузница, которая любасней нужна. Да. Твои бы тут тырят. Дерево мало добывает, потому что импы твои тырят его. Не-не-не, а мои нет, не тырят, они у меня здесь. Так. Дубинки. Вот это самый нестандартный дом, который я сейчас строю. Так, создать, лестница не нужна, так, где у меня ресурсы. Потом кровати создаются. Ну да.
Много еще что создать надо. Тут надо много чего собрать. И дождь этот наполняет хату. Это пипец. Вот дождь идет, и он иногда наполняет дом, а гномы, когда дом заполнен водой, они спать не могут. Им типа это некомфортно и дискомфортно и неудобно. Понятно. Так, вот сейчас я надеюсь, чтоб хотя бы кровати вместились у меня. Так, а тут мне предлагают, чтобы я заделал все дыры теперь. Прикинь, меня заставляют строить хату. Так, я что-то очень по-настоящему. Так, а где у меня, блин? Что-то они вообще расслабились. У так. Тебя расслабились, у меня тут вообще хардкор практически. О, блин. Они вообще не хотят ни дерево рубить, ничего, блин. Ха. Мне тут нужно. Что за... заделывать, строить, переделывать все. Короче, чтобы дом построить, мне тут нужно нехило постараться. А, вот, все, понял, в чем проблема. Ой, наконец-то построили. Типа у меня нет подходящего инструмента вообще, что ли, блин? Я уже все сделал. Иногда они отказываются долбить землю без хотя бы каменной кирки. Да. Я как попало разместил только что кровати, но это несущественно. Они просто внизу стоят и ничего не делают. Железо навалом. Да. Я вот дал задачу тоже. Хай добывает. Пусть стараются. Сейчас стол создам. Ну, как обычно, сначала кровать, и потом стол. Да. Столы. Несколько обычно ставится. И на стол хотел на кровать выложить. Сначала бухлище как можно больше. Так. Нет. Блин, дерева вообще нет. А тут нет таких плавающих островов, так что, блин, ищи. Острова. Ой, не острова, а сундуки. Да, да, да. Сундуки там. Тебе не только дерево, а еще и шерсть или веревки будут. Очень полезные вещи. Так. Стол, стол, стол. Стол, стол, стол. Нужен стол. У меня уже еда на столе. У меня нет еды пока. Вот что значит, блин, если ты будешь так дальше играть. В доту, да. То разучишься играть в Craft the World. Да не, не. Так, ну-ка сюда встать. Я понимаю, что быстро. Дота классная, но это ж... Не, она же дота, она там максимум, ты одна партия идет в районе там 30 минут. 30, ну, если уж бывает затягивается, но это очень редко, там, ну, до часу. То есть одну партию можешь проиграть. Ну это когда это ты если, уже так, достойных уже там, врагов если, встретишь. Ну да, если раскачались все и это... все нормально там, в принципе, приоделись, никто не ливнул, то тогда нормально все происходит. Так, где, блин, я не могу найти, блин, что за фигня?
так, наверное. Что у тебя за проблемы? Я у тебя вижу тотем. Да, у меня еще пока не звонок этот, еще хата не построена, кровати нету. Короче, ничего нету. Пока еще ничего нет. Я потерял для меня эти, блин, все. А, вот он. Станок этот. Ты так не сделаешь, конечно. А я уже для сервера докупался. Так, где-то стол был. Можешь проверить, даже посмотреть. Да. И даже портал поближе открою. Не, ну вот человек, вот ты меня в доту бы, например, бы сделал бы легко. Если бы мы сейчас бы один на один друг против друга бы играли, то у меня бы не было бы, скажем так, никаких шансов. Ну я доту просто играю уже год 4 или 5. А может и больше. Так. Так, вот здесь мне надо дырку заделать. Дырку заделать мне надо люк. Забабахать. Так, где мне люк? Ну, если... Уже давно должен был поставить. Да должен был, не поставил. А знаешь, что я тебе люк сейчас поставлю? Хотя долго гном будет идти. Да не надо, я уже люк сделал. А, у тебя елка там выросла на этом месте. Че нет? А. Нет. Что-то выросло, да. Потому что я тоже могу этот достраивать твою хату там и все такое. А вот знаешь такой прикол, серый? Вот когда ты играешь с оппонентом, и тебе оппонент, например, не нравится вот чем-то, ты можешь у него все кровати разобрать, ну, всю его, так сказать, инфраструктуру полностью. Понял, порушить. Все разбираешь, он там в чате пишет, что ты делаешь, например, и все такое. Ну, один раз так попробовал, потом, думаю, не нужно так, наверное, делать. Так. Где мне кровать-то? Я же делал кровать-то. Так, только три могу сделать, что за бред? Чего-то не хватает. Деревьев, как обычно. А, во. Так, а я, наверное, кирги себе сделаю. И причем из железа. И у меня тут воды просто навалом. Затопило все практически. Представь себе. Да, я представляю. Хм. Ты не можешь так, представить. Мне теперь нужно построить лестницу для того, чтобы прорубить отверстие для того, чтобы слить воду. Это сейчас целая операция начинается. Вода, потому что залил тут все нафиг. О, хоть хорошо, что не в мою хату. У меня, короче, тут ничего нет поблизости подходящего. Ну, в смысле, доспехов, оружия, ничего. Не есть. Нет, только ресурсы, эликсиры. Нет, только одеть надо их. Так, 15, 25. Что мне там еще делать? 30, 20. Вот, теперь я попытаюсь создать, конечно. Так, одеть. Вот это так, пока всем просто оружие выдам. Раз, два, раз. Раз, два. Кстати, Сер, я забыл спросить, ты ж там этот, в этом биоме. Гномов там прокачал уже? Ты в каком мире сейчас находишься? Не, а я же не играл после тебя, я вообще же не играл. Поэтому у меня вообще пока... Брежешь, ты рассказывал, что своих гномов сделал очень сильными. Не-не-не-не-не-не. Это я сделал когда в предыдущий раз, а потом... Это, у меня сейчас могу, в принципе, там раскачать их, у меня этих книжек, как у неграфантиков. А, ну книжками-то ж, это ж, конечно, такой более... Ну, относительно читерский я называю способ. Так, блин, где стол-то? Стол сделал, забыл поставить. Ну, в принципе, а смотри, никому ты... ничего не запрещает, так что мы живем в свободной стране. Да, да. Так, теперь у меня кузнеца нету опять. А, тебя везет. А нету кузнеца, это значит, что, блин, слитки, оружие изготавливают все, кто попало. И воды дохрена у меня на базе.
О. Весело. Вон так, идет, на тебя наблюдают тут. Да, тут качаемся. Так, раз кирка. Два кирка. О, лучник у меня так, есть. Так, нам бы этот, создать бы посохи уже. Но серебряный слиток еще не готово. Да, как-то медленно все происходит. Да. Обычно мне это все намного быстрее. Так, а мне надо... Раз. Так, этому палку заменить. Так, этому кирка есть, кирка есть, кирка есть, кирка есть. Так, топор. У всех есть. А вот этому только надо хрень сделать. Так, ладно. Попытаюсь сейчас до эликсиров добраться, потому что если там огни... Ух ты, ёпер-театр, вот не поверишь, я только что прокопался к муравьям. Это сейчас мои гномы умрут по-любому. Или, возможно, нет. Один умер. Один умер, но я разрушил эту... Этот муравейник. И всего одного гнома потерял. Так. А, ну вот, все, у меня сделалось. Сделалось. Так, теперь надо создать что-нибудь. На столе у тебя ничего нет, кровати не все построены. Да, кстати, кровати тоже. Ты давно, чё? Наверное, играл, я чувствую. Очень давно, честно. Так, на стол я нашел, что положить. Только не дошел до стола у меня. Знаете, жрите, твари. Так. Гномики. Опа, опа, опа. Импл сюда. О, руби доски. Так, сейчас еще у меня слитки с мифрила сделал, уже будут посохи магические. Вот один посох сейчас будет. А вот веревки. Сделаю достаточно. Так, ладно, ребятки. Верстак нужен. А? Верстак я, да, не забыл поставить. Теперь готов. Так, веревочка, где веревочка? Веревочка, во. Делаем веревочки. Давай, ну-ка, сносим. Ты не забывай, Серый, что это соревнование, и тут мы... Да, 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 да. Конкуренции, все такое. Да, я понял это. Ты можешь даже оставить себе объект какой-нибудь там, чтоб, например... Чтоб больше ачивок добыть. Да, 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 да. О, нормуль. Давай, 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 девчонки. Раздавайте. О. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Так, теперь поехали дальше. Так, у меня сейчас кирку, кирки уже сделаю железные.
луки, короче, скоро будут все вооружены. Еще гном умер каким-то образом непонятным. Самое главное, выигрываю, но гномы умирают. И обычно больше, чем у оппонента. Ну, ты хочешь быстрее сундучки все подкрывать, вот и... Вот оно как. Так, еды. Ну-ка. Кровать ставим сюда. Погнали дальше. Серебряная броня сейчас будет. На каждого гнома. Так, я надеюсь, что не мага хотя бы убили. Нет, не мага. Так, кирка у этого. Меняем кирку. Оружие у кого? Вот. Так, мне лучника надо. Лучник, лучник. Мне нужна сталь. Ну, сталь. Делаем дофига стали. Так. Так, где у меня лук-то? Вот. Стальной лук. Ты же мощные луки, надеюсь, делаешь? Ну да, такие нормальные. Да, у меня лучник один, по-моему. Сейчас я гляну даже. У меня охотник, воин, кузнец, воин, лучник, охотник. Все. У меня один такой. Так, а мне бы сейчас бы лучников побольше, но у меня один маг, два мага. Мага, короче, два мага, лучники, все остальные воины. Фигово. А луков, как я всегда, насоздавал намного больше. Ну ничего, зато кирки всем раздам. Короче, скажем так, и тут... Еще один посох мага надо. Ну, мы такого не так. Шлемы снимают броню, все нужно убегать. Вот, целую кучу эликсиров получили. Так. Ну а ты все копаешь и копаешь вниз. Да. У тебя один гном чуть не утонул. А, внизу? Ну, да, что хуже. Ну, ты уже будешь прокапываться так же. У меня тут серебро. Металлы, так что имеет смысл так немного поработать кирками, тем более не железные. Хорошо.
Конечно. Сейчас проверим, кто мне еще лучник. Так, а мне бы еще под один бы посох бы создать, и мне не хватает одного ингредиента для посоха, для второго. Ну вот, сейчас начинаются конкретные соревнования. Кто первый наберет побольше ачивок и выполнит, ну, нажмет, так сказать, кнопку, когда закончится миссия. А как она закончится в этой... Что за бред у меня? В кровать. Этой локации, даже не знаю. Когда вот эти листья растут, я не могу к кровати подойти, да? Получается. Да, ну, точнее. Я один дом с воздуха стрелял, классно. Да, я видел. Он у меня просто профи. Сейчас этот профи отгребет. Вот. Ему бы спать уже пора, он еще стреляет. Да, ему бы всем там поспать надо. Так. Что-то этот делает. Так, давай, побежали, теперь мы можем любые слитки создать. И сейчас мы все гнома поденем практически. Так. Так, выбрать гнома. Спать. Нужна кровать для отдыха, чё, вообще с ума сошел. Тут, кстати, очень интересная локация. Камни можно добыть. Да. Тут целый хреновый упор камней. Тут камни просто, блин. Все, построю колонны в своей локации. О, не видел. Застрою все нафиг колоннами. Так, делаем вот так. Нефрил начал добывать. Хочешь нефриловые доспехи сделать? Так, удалить. Да, деревянный сундук, да. Пытаюсь, по крайней мере. Не, я попроще с мифрила оружие сделать. Здесь это практически нереально. Ну да. Поэтому сейчас и серебра себе сделаю. Шлемы там. Один шлем. Так, а пистолеты, оружие не могу делать, значит. Вот так, значит, как. Тебе очень круто повезло, но нет кузнеца. Почему? А, у тебя потому что нет... не попал в этот биом. Если бы вот был так. Бы кузнец, он бы в раз в пять бы делал быстрее, чем любой бы гном, который вот сейчас делает, изготавливает слитки. То есть, они в любом случае могут делать, только... Если по профессии гном есть, который может изготавливать, он... Я понял тебя, да. То есть если есть, то изготавливает он, а если нет, то изготавливает другой, у которого навык, ну, навыка даже нет. Да, но если даже есть по профессии, иногда берется за дело тот, у которого нет навыка, но его заменяется временем обычным, тот, который вот по именно, ну, именно по этой профессии.
Так, почему же все не закончилось? Я уже тут прокопал и всех убил. Ну, не всех, но очень многих. Себе уже и оружие добыл себе. Ну, мечи в смысле. О! Утонул, братиша. Так. Надо бы тогда... Простаивают кровати. Вроде бы как-то они тебя расположены, так что не все гномы спать, наверное, могут. Как там говорят, я художник, я так вижу. Да, да, да. Ага, вот эти растения растут, которые мне... как раз нужны для посоха. Так, где, блин? Где? Где, скажите мне? Ну, смотря что ты ищешь. Ведро. Зачем тебе ведро сдалось? Ты воды собрался набрать? Да. Не знаю, хорошо. Воду обычно никто не создает в биомах. Но, возможно, что-то да. Задумал нереальное. Да. Ну, тогда мне придется поторопиться. Так, еще один посох. Слитка не хватает одного серебряного. И никто их не делает, как это... В какой-то момент гномы просто начинают лениться. Вернее, делают не те слитки, которые нужны. Я много просто заказал. И с мифрилы, и железо, и все подряд. Так, а что я не нажал гнома одного? Ох, я теперь знаю, как победить. Я теперь знаю, как тебе выиграть. Да. Да. Вот смотри, где я сейчас. И тут какой-то... какой-то трон. И на нем никого нет. Но его охраняют какие-то солдаты. Зомби-солдаты. Так, подожди пока. Тогда ресурсы надо собрать сначала. Ну, я не знаю, ждать тебя сильно не буду. Но сейчас я тоже не собираюсь пока что нападать, потому что у меня, как тебе сказать, тоже сил не хватает. Я ж не самоубийца. Скажем так, я выигрываюсь, если ты телепортируешься, тебя тоже завалят. И меня тоже, однозначно. Однозначно. Я сейчас начинаю готовиться. Готовиться сейчас... Ну, скажем так, я... Одену шлемы. У меня и мифриловый шлем уже есть один. Мифриловый шлем это 20 брони. Да, это так же, как и серебряная броня. Все, гномы у меня одеты. Сейчас проверяем всех. Пистолет у кого-то откуда-то. Серебряные мечи. Ну, в общем, я вооружен уже.
Ну, скажем так, я сейчас буду нападать. Через некоторое время. А через некоторое время сейчас гномы поспят. Если они доберутся до кровати живыми. Но с другой стороны, если очень много моих гномов убьют, короче, я постараюсь аккуратно. А я знаю, как аккуратно. Тут одна штука рядом есть. Называется турельки. Я вот сейчас их добуду, возьму под контроль гнома и выставлю их рядом. А потом открою проход. И большую часть их снесу. Ну да. Гениально, да? Да. Согласен. Охраняют 4 зомбака. И они не собираются их отдавать добровольно. Так. Опа-на. Вот, по-моему, мы разрушили короля. Мне кажется, не знаю. Ты видел нас это... с трона? Тебе экран подвинулся к нему? Да, сейчас я гляну. По-моему, он не в лучшем настроении. Да, я это чувствую. Так. И ты понимаешь, что первый, кто его убьет, тот молодец и самый крутой, и, короче, и победил. Давай первый. Пошучу. Первый умри. Он не сильный. Он просто притворяется. Я не знаю, честно говоря, в этом биоме не был. Я не пробовал ни разу его заваливать. Вот честно тебе говорю. Я попытаюсь. Но попытаюсь я... не самым честным способом. Я вот сейчас поставлю башни, потом открою, и потом их начнут валить, мои башни. Да, да, я понял. Ну, мне просто не нравится, как они на меня смотрят. Ну, ты видел вот этот же зеленый зверский меч. У него, наверное, урон такой. Примерно такой же, как выглядит. Так, выставляем турельки на горячую клавишу. Стопэ. У меня их нету. А, их еще не вынесли. А их еще не вынесли. Почему? Потому что импы не могут пролетать сюда. Потому что все делал порталами. Вот в чем недостаток порталов. Когда порталы создаешь, нужно все равно продалбывать путь. Для того, чтобы гномы могли пробираться. Так, сейчас их соберут. Портал раскрыт. Маны 28. И сейчас мы все тут сделаем. Так,
Выбрать гнома, иди спать. Что? Да я... Гном что-то, падла, не спит у меня. А. Почему-то не пойму я. А он говорит, что не хочет спать или как? Не, мне нужна кровать, но почему-то у меня дом не... непонятно почему, но он не до конца у меня проходит. Как тебе сказать, что... Сейчас вот я смотрю... А, так у тебя 3 кровати за пределами дома, ты чё, прикалываешься или что? А как понять? Ну, я понял, ну иногда граница оно почему... Граница проходит, вот если за границей находятся твои кровати, они в данный момент за границей находятся, у тебя 3 кровати за пределами дома. Да. Это значит, что тебе нужно... Или еще один тотем создать там, где твои 3 кровати. Или прорубить немного вниз возле кузницы. И построить еще одну комнату. И туда переместить 3 кровати. А, ну да, да. Точняк. Но вот пока здесь ты это будешь делать... Да, я убью всех там остальных, да? Я тебя понял. Не, мне еще нужно турели выставить. У тебя еще времени есть? Немного. Ну как немного, минут 5. Я уже 3 турели поставил. У меня они вообще ничего, блин. Хоть кровати в другом месте ставят. А тебе в другом месте и надо ставить. Да, я уже это понял. Я уже обстрелил монстра. Да, а это ачивки дополнительно уже. Ну, по идее, должны быть. А-а-а. Так, одеть. 1, 2, 3, 4, 5. Пишет, здесь невозможно ставить, но... Так, а мне, ну... Так, все хорошо, конечно, у тебя, но у меня тут не весело. Почему-то они не идут домой меня. А у меня эти, как бы, турели всех убивают. Ну, вот этих мобов. Угу. И очень даже неплохо, между прочим. Да. Я с кроватями немножко лоханулся, конечно. Ты очень сильно лоханулся, они немного. Да, потому что поэтому они у меня не спят, у меня полуживые, не хотят работать, не хотят жрать. Вообще забастовщики. На меня пошел лорд. Никому, он на меня напал. Ты помочь мне хочешь? Да, да, да. Ладно, Всем спать. Это был риторический вопрос. Он сейчас мои эти разрушит. Разрушит все мои турели. Нехорошо. Да, висят у тебя. Зараза. Он бронявый, я тебе скажу. Его сложно убить. Иди спать, чудо! Перьев, иди отсюда! Ты понимаешь, что если ты впервые меня его убьешь, то ты выиграешь? Да какой, у меня они все полудохлые. А я ему уже это, 10% урона снес. Да, я уже вижу. Спать, 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 спать! Я пробел, нажимаю спать. Да, у меня они не идут, они вообще не... Вот, у меня уже один даже сдох. А я этот... запаковал его, по-моему.
О, у меня два сдохло. Вообще идеал. Конкретно разбаговался, он уже. Все, нет, три сдох. Спать, 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 всем спать. Так. Он серьезно, у меня вообще, у меня вообще трое осталось. У тебя весело трое осталось. Были. Да. Меня они провалились тут в одно местечко. Так, выбрать гнома. Иди спать, блин. Я его завалил, я думаю. Я даже не сомневаюсь в этом. А, во, все, кровать. Этот, он мечом бьет, но промахивается, короче. Потому что у меня лучники и магия, вот этот, на него замахивается, он... Вот когда призывает, вот он только что призывал. Валят моих. Спать, 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 спать всем. Я клацаю пробел и левую кнопку мышки. И все идут спать. Твоих я что-то вообще не вижу тут. Потому что у меня никого нет уже, они умирали все. А потом последний такой, я вот его заваливаю, заваливаю, а твой гном последний потом нанесет удар, и ты выиграл. Да не, не. Ну такого не будет. Так, мне надо он сначала одеть моего гнома. Он призвал целую кучу свиты. Ну, братва его охраняет сейчас. Да, 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 я понял. А давай его гнома завалит. Куда он бежит вообще у тебя? Это твой с пистолетом или мой? Это мой умер там. Не, с пистолетом твой. Нет. Спать его. Они не хотят спать, не хотят драться, вот в чем прикол. Да, вот у меня то же самое, только у меня они... Я ему говорю, иди домой, блин. Ты понимаешь, что кто последний... Кто последний выстрел нанесет, тот и выиграл. Ну я пока этот, как бы тебе сказать. У него еще нормальная жизнь. Вот у меня стоит и вообще не просто ничего не делает. Вот. Так, ладно. Это, скорее всего, проблема-то как раз в кроватях. У него жизни так не так уж и много осталось. Вот что, не пошел. Так, еще двоих. Давай там один, еще один пришел. Так, сделаем. Порка мне пришел. Так, а что у нас? Руки есть еще какая-то сабля. Серебряный меч. Ну, у меня все вооруженные полностью по фэншую. У меня один вообще, я его одеваю, а он будет. Прикол какой-то, баг. Так, ну и этого лорда скоро завалю уже. Блин, да что такое? Откуда они у меня умирают все? Где не лазит? В смысле, не сейчас. А мой-то где лазит, я не пойму вообще. На меня еще орки нападают. О! Самый да вообще шесть. Непредсказуемый момент. У меня два осталось. У меня два осталось. Два сейчас убивают. Аж пятки сверкают. И маны уже не осталось почти. Чисто на порталы потратил. Представь себе. Так, у твоих гномов, да, нету. У меня все. Вообще один остался. И он спит. Ну хоть кто-то. И он спит. У меня все, два гнома. О. Ну да. Скажи им, что они лузеры. Да вообще полнейшие. Скорее я лузер, чем они.
А я почти завалил этого лорда, достал уже фонты жизни. Но у него целая куча свиты. И поэтому мне еще могут гномы умереть. А для этого надо... Ну все, минус еще один. Да как так? А так, что у тебя, наверное, нацелены они были на каких-то... Ну, не гном умер. Нет, там прикол, что... Ну, да. Это да. Вот видишь, пока этого лорда не завалишь... Мы не выйдем отсюда. Не, у меня уже все. Победа. Свитусу и призывает, я не купец. Ну я знаю. И он дохрена, он может их несколько призывать. Дохрена, короче говоря. Типа не охрана, маза и все. Хорошо, что маг есть. Ты даже не представляешь, как он выруливает. Он отходит и по 4 сразу гасит. Жесть. И броня тут рядом валяется. Понятное дело. Вроде чуть-чуть жизни, но когда, блин... Блин. Боюсь, что сейчас еще один гном умрет. Я, конечно, выиграю, но, блин, не без жертв. У меня два гнома, все. У меня сейчас 5 гномов, уже 6. Ну и как тебе сказать? То сейчас еще я пару раз жахну по этому лорду. 2. Не боюсь, что, наверное, нет. На молнии у него иммунитет просто к магии. Он не хочет умирать. Потому что это совместный биом. Он не хочет, падла, умирать. Он хочет максимум моих гномов ушатать. Типа, да, ты победил, но я, блин, без боя не сдамся. Понятно. Вот такие вот дела. Так, что у него вот этот делает? А, этот слик херачит. Ну, сейчас не выспится. Ура, у меня еще один появился. Все, у меня 3, у меня больше вообще гномов нет, прикинь. Повара мне дали, отлично. Жизни у лорда там понты. Один раз его пнуть, но он по индикатору. Ну да, я понял. Но он призвал свиту офигенную, короче, блин. Что попробуй к нему подберись. Они защищают. Короче, надо спать. И заваливайте вот эту свиту, которую я призвал. Иначе... где гномы атакованы? Нет, тут так никого нету. Кого-то атаковать. Если ты завалишь лорда перед меня, это будет мощный хитр жопости. Огромное магическое действие. Это будет, да, веселое действие. О, им подавайте. Так, теперь, братки, давайте вот сюда мне. Так, я свиту его почти что замочил. И теперь. И теперь что? Сейчас они поспят. В своих травяных кроватках рядом с кабанчиками.
А потом? Ты прикинь, у меня в доме-то никого. Мы с тобой стали играть, а у меня и так до этого не было гномов. Ну, то есть были умертвые. Как? Поэтому у меня их... когда я играл, у меня уже было количество неполное. Не 12 штук. Сразу вообще-то 6 гномов бьем только. Нет, я имею в виду, вообще всего у меня было. И поэтому, когда у меня эти умирали, я брал оттуда гномов, да? И, соответственно, это... У меня лимит закончился. У меня сейчас вот... Ну, если у меня вот 6 умрет сейчас, то я могу еще 7 призвать. Ну, скажем так. Да, у меня 0. Не жалеешь ты своих гномов. Да. Ну ладно, мне одно остается, только забить лорда. Да. Так что можешь смотреть. Вот сейчас его точно завалил. Упс. Он мертв. Я лорда завалил. А сейчас что нужно сделать? Только кто из нас это сделал? Убрать конструкцию нужно. Да. Ты понял какой, да? Ну вот этот. Сундук. Да, да, да. Мой гном первый рубает. И твой гном. И ты можешь выиграть вполне. Да ладно. Не, навряд ли. Твой уже одет, там он рубит. А твой последний удар нанесет, и все. И все сокровища твои. Все слава, и все деньги, и все. Да, да. И улыбка в 32 зуба. А ну-ка. Это из-за того, что вот видишь ачивки тут с того, с сего, с другого. Ну да. Я тут получил какой-то мега шлем. И алебарду. И алебарду темного лорда. Она называется, но она не очень на самом деле. Сундуков 3. Ну да, у тебя тут боевых 10 просто было больше. Ну, да, конечно. Так, ну нормально все. Так, сейчас выйдем. Так, ну понятно все, что мы с этого биома вынесли. Итак, дорогие друзья, мы эту серию заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да. Пишите комментарии. Подписывайтесь на каналы. Подписывайтесь на каналы. Сергей канал, будет ссылка, когда он выложит видео. Оно обязательно будет на канале. Так что завтра это сделаю. Да, посмотрите это все это. И здорово. И способы вот именно игры в биоме. Вы все вот это сможете у нас перенять, научиться, написать, спросить. Все будет здорово. Может быть, что-то даже подсказать. Что не так? Так, ну мне просто надо будет, я изначально просто то, что дом не достроил, это ошибку свою понял, то, что я дом не достроил, вот, у меня, соответственно, кровати были в другом месте, и они не спали, и полудохлые ходили, поэтому у меня на данный момент сейчас 3 гнома всего. И сейчас буду ждать, пока все 12 родят, выродятся. Ну ясно, так. Это у меня, конечно же, все тут для PvP, для совместных, и все тут и гномы прокачаны, так что. Да, да, у меня сейчас. Противников, соперников найти это практически нереально, но то, что играем, я ж тебе говорю, что блин, стараюсь подаваться, да. Но не получается просто. Крысы откуда добрались. Вот какие-то, блин. Так что, так. Всем пока, увидимся в следующей серии. До свидания. Да.